я не сделал, потому что все-таки группа NET такая изначально была детско-панковская. И следующая песня, она посвящается выборам, ну вообще-то она посвящается весне. Детская панковская песня для детских панковских утренников. Вот. А весна, вы сами знаете, что будет в марте, чуть-чуть посвящается выборам президента России. Бежала мышка, и внук ее мышонок, хотелось кушать, уж не было силенок. Вдруг видит что-то, лежит под лунном свете, а то какашка. За это кто ответит? Весна покажет, кто где срал. 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 И шла собачка, был путь ее недолог. Ушла из дома, хозяин был проктолог. Идет, рыдает, хоть ярко солнце светит. Нашла какашку, за это кто ответит? Весна покажет, кто где срал. 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 Шел президент и друг его Володя. Они гуляют, одеты по погоде. Каждый из них серьезным занят делом, но тут какашку покрыл охранник своим телом. Теперь найдут всех тех, кто срал. Теперь найдут всех тех, кто срал. Теперь посадят всех, кто срал. Теперь посадят всех, кто срал. В общем, разрешено Министерством культуры для использования в детских учреждениях до 3 лет. Две песни бесконечные, не буду вас загружать. Вот такая песня.